В октябре жители Тверской области ожидают множество изменений. Заканчивается срок отсрочки техосмотра. Детские пособия можно будет получить только на карту Мир. С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт. Техосмотр должны пройти те автомобилисты, у кого срок действия карты стекал в феврале, марте и апреле. Также его обязаны пройти владельцы грузового транспорта, автобусов и такси. С начала месяца детские пособия можно будет перечислять только на карту МИР или наличными. Если такой нет, то деньги поступят на счет, к которому не привязаны банковские карты, а получить их можно будет в кассе или почтовым переводом. Карту должны оформить те кто хочет получать средства безналичным способом. Октябрь ⁇ последний месяц, когда можно подать заявление на школьную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это единовременная выплата, которая назначается родителям детей от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было исполниться не позднее 1 сентября 2021 года.